Привет, ребята! Привет, хлопцы и девчата! Продолжаем тему про медицину. Вот я как-то так подумала, вот я нечаянно это надумала. Я подумала, что чтобы вернуться к чему-то вот такому, знаете, когда это, ну, точки отправной наших проблем. Проблем. Вот мы все в проблемах, в таких проблемах. Все это, как оно, цунг-сванг уже давно пройден. Уже тут не поймешь, что. Вот. И здравомыслящие люди, они задаются вопросом, как вот это вот вернуть, как говорится, ну, хотя бы к более-менее, ну, если не цивилизованному, то хотя бы более-менее, ну, господи, человеческому обличию. И с чего это дело началось? В 1995 году в Британии было принято концепция доказательной медицины. Понимаете? То есть пациент был обязан доказать, что он болеет. Пришел к врачу, докажи, что болеешь. Я вспомнила, как это в советское время было, знаете, это даже было это, ну, профсоюзы, да, давали путевки человеку, там, ну и вот, в общем, это больничный покрывали, профсоюзы там это все это делали, вот, не работодатель, вот. И, значит, мужик умер, поставили ему памятник, и он завещал, чтобы на памятнике написали: ну что, жила бы из профсоюза. Теперь вы поверили, что я болел. Вот. Ну и вот эта, вот эта концепция была принята в Британии, а за ней стали постепенно на эту концепцию, что пациент обязан доказать, что он болел. Вот это вот стала концепция доказательной медицины. Сегодня мы все поняли, к чему это все шло. Но в 2003 году, я уже сказала, у власти был Тони Блэр. Его главной идеей всей его жизни, вообще вот его жена, вот я ее встречала, ребята, лично вот так стояла в метре от нее, она еще рожу мне кривила. Я же не знала, что это она, потом мне уже сказали, говорит, ты знаешь, кто это был? Я говорю, нет, а говорит, жена Тони Блэра. А я сейчас расскажу, чтобы вы поняли, как это вообще вот выглядит все. Значит, она к нам приехала проводить какой-то митинг. Вот. Какой-то митинг она проводила там, как, не знаю, за что она агитировала, вот, ну, за Африку. Они в это время со своим мужем Тони Блэром по самый локоть там в этой Африке, там, это, как говорится, Руанда и всякое такое, тутси, шмутси и все остальное, и там все эти бриллианты Сьерра-Леоне, ну и Казахстан, кстати, потом уже, и все остальные Украины. Вот, он окучивал всюду, если где-то конфликт, Тони Блэр с ведром, как говорится, бензина уже туда, в этот конфликт бежал тушить. Да. Так вот, значит, она такая, значит, как это действует. Она приехала к нам. Это такой маленький в центре Лондон. Такой отельчик, очень такой, сколько там было, 16 номеров. Ну, такой трехэтажный. Вот, это старинный дом. Там когда-то было венгерское посольство. И вообще это Чандас Хаус. И это было чье-то, ну, имение
вот этого Чандеса, а потом он не знаю куда делся, и, короче говоря, вот наследники продали вот этот дом, и вот потом его выкупила Royal Society of Medicine. Вот. И оно там это наваривало себе бабки, грубо говоря, по карманам рассовывали, но делали вид, что они это на благотворительность, эти бабки. Ну, там, знаете, как вот это по принципу 10% нищим, остальное нам. Вот. И, значит, она же тоже туда приехала, они там проводили всякие разные встречи, там, ну, короче, вы поняли, договаривались, где, куда там еще плохо лежит, в какой стране, чтобы поехать и там ее... Вот. И, значит, трехэтажный дом, и он там, ну, трудно добраться до верхних этажей, там вообще 100 ступеней. И они построили там лифт стеклянный, стеклянный лифт. И вот этот стеклянный лифт постоянно ломался, застревал, ну, он там, ну, люди там пытались выбраться, он такой был, стекла были в нем треснутые, в общем, это было страшно в нем ездить, вот, но лучше, чем вот это пешкодралом там лазить. Ну, интересное, кстати, здание, я потом, может, когда-то расскажу, а сейчас... И вот я стою на верхнем этаже, и такие тетки, две тетки и мужик такие поднялись на этом лифте, а мы ждем его. Они такие поднялись, так посмотрели на меня, как бы, ну, видят, что у меня нет в руках автомата. Вот, и они, значит, в комнату шасть, и оттуда вышла вот эта вот жена Тони Блэра. Ну, я же не знала, кто он, такая прыщавая, и такие рожа, как это на Украине говорят, рэпаная. Вот, я тогда это поняла. Она моего возраста в тот момент была, ну, я скажу. Вот, и она, значит, как мне позже сказали, уже позже, я это когда рассказывала одной редакторше на вот это лондонской... как она, ярмарки, книжной ярмарки, да, мы с ней разговаривали, часа два, наверное, мы с ней сели и разговаривали, вот. Она мне сказала, что вот эта вот самая Черри Блэр, она типа, как она, адвокатша она, адвокатша, она защищала, кстати, вот этих вот Тутси, Руанду, так и да, защищала, бедные люди, вот. Так она мне сказала, она говорит, вот это вот Черри Блэр не выиграла ни одного процесса. И она, ну это вот эта редакторша сказала, я ж не знаю. Она говорит, свой зад с дивана не поднимет, если у нее перед носом 7 миллионами долларов не помахать. Так она мне сказала, я не знаю. Но мне так она улыбалась, такая вся, знаете, вот. Да, так это было в 2007 году. А в 2003 году Тони Блэр решил, что ему надо привести в порядок вот эту вот систему здравоохранения, которая вот это, пока не докажет, что ты, как говорится, не верблюд, то тебе парацетамол не выпишут. И он пригласил такого Бервика. Бервика. Запомните это имя, и я вам скажу, я его знаю тоже. Бервика. Вот. Ну, я позже узнала, что я его знаю, кто он такой. Он даже баллотировался на пост сенатора США. Вот. И вот этот Бервик, это очень-очень важно. Он должен был реорганизовать систему здравоохранения, вот это NHS Британии. Вот. А у него, ребята, концепция вот этого Бервика вот такая, сейчас скажу. Только вы не смейтесь уже, пожалуйста. Спас 100 тысяч жизней, спаси 100 тысяч первую. Побуди в себе погонщика, чтобы он
твоего верблюда. Ну, короче, полный бред и ложь какая только возможно. Я вам уже про это рассказывала, что сегодня, вот в сегодняшней Британии, вот эти вот погонщики с верблюдами и 100 тысяч первые жизни, вот как они вот это все спасают. Я вот перед этим рассказывала, ссылочку я дам на эту, на ту мою, как говорится, реплику. Вот. Но самое важное сейчас про медицину британскую, как она загнулась, это тот факт, что не только вот этот вот американец, вы должны понимать, в Британии медицина не, как бы, ну, бесплатная, но она не бесплатная, конечно, она за счет государства финансируется, 600 миллиардов каждый год туда вливают. А куда они деваются, эти 600 миллиардов? Это вопрос такой, как говорится, интересный. Вот. А американская медицина, она страховая. И она страховая в том смысле, что ты, если у тебя бабосов нету, то ты иди и сдохни. Вот так у них. У них даже были шутки, что человек на хирургическом столе, его разрезали и говорят, ну все, ваши деньги кончились, дальше мы операцию не делаем. Все, бабосов нету, нет бабосов, нет матросов. Эта медицина была, значит, в Америке. А в Америке она похерилась очень сильно. И там Клинтонша, это ее достоинство, между прочим, она именно в это время, в 2001 чи каком году, она требовала, чтобы приняли вот это то, что называется Obamacare. Как я понимаю, чтобы нищим тоже можно было иметь доступ к медицине. Я сильно это не понимаю и никогда не интересовалась, но на самом деле идея эта принадлежит не Обаме, а Клинтонше. Но Клинтоншу в 97 году, когда она это все предлагала, сказали, ты баба, закрой рот. Это я серьезно говорю. Я к Клинтоншу очень плохо отношусь, ребята, очень, особенно из-за Каддафи. Но это правда. Она не смогла это пробить. И тогда стали пробивать при Обаме. А почему выбрали Обаму, сейчас я вам скажу. Вы даже не представляете. Потому что, значит, конкурентом Обамы был от республиканцев Маккейн, вот который помер, который там где-то в подвале, чи где это сидел в этом, ну, которого сбили русские, летчики во Вьетнаме. Вот, он такой был на голову больной. И вот этот Маккейн шел на выборы вместе с такой бабой Корбин или Кардин, кажется, Валакардин, короче. И эта Кардин, Валакардин была сенатором от Аляски. И когда выбрали Обаму, я спросила у одной тетки, значит, гости в этом, как он называется, в РСМ. Говорю, как это, а чего вы его выбрали, а чего вы не выбрали? Она говорит мне, мы, американцы, если нам президент не нравится, мы его убиваем. Вот не вру, ей-богу, вот так она мне сказала. А тогда вместо него правит вице. А поскольку эта баба Кардин, чи как ее, Валакардин, дура набитая, то нас это не устраивало. И мы выбрали вот этого. А вице-президента у него же был Байден, который тут же поехал к Путину и сказал Путину, что, мол, типа, Каддафи мы уже прикокнули, а ты следующий.
Он ему угрожал, между прочим, в открытую, между прочим, тогда, что говорит, ну все, ты, говорит, твой номер 10. Вот. Между прочим, это вот все правда. Вот кто не верит, правда. Так вот, вот эта самая баба, Карбинчик, Валакардин, она жива по сей день, кстати. Вы заметили, она как бы считается республиканка, а Тони Блэр как бы правоверный либерист, то есть как бы вот это вот демократ, да? Нету между ними никакой вражды, одна только сплошная дружба. Вот. И они замыслили вместе с вот этой вот женой Тони Блэра, Черри Блэр, вот этой вот рэпаной рожей, они замыслили создать вдвоем сеть аптек в Британии, доступных для народа. Эти сеть аптек находились в магазине, вот мне кажется, Sainsbury's, и называлась эта сеть аптек МИИ, то есть, ну, по-нашему, МЕЕ. Вот, а читается МИ. Они обанкротились, вот эти вот сеть аптек, они обанкротились задолго до вот этого вот, вот это, что было 2 года назад. А где-то так они обанкротились, по-моему, в 2018 или 2017 году. Не знаю почему. Не знаю. Не спрашивайте, я не знаю. Вот. Так вот, к чему я веду. Президент Трамп, когда пришел к власти, он сказал: хорошо, Brexit хорошо, идея хорошая, мы поддерживаем, но мы подпишем с вами этот вот торговое соглашение по открытой торговле, на что рассчитывали брекзитисты. Брекзитисты же как сказали: мы подпишем с Америкой торговое соглашение, и мы чихать хотели на Европу, на Евросоюз, еще кормить вот эту вот Восточную Европу сейчас мы будем, не надо нам. Вот. А Трамп сказал, что система здравоохранения, вот эти 600 миллиардов, будем пилить совместно. Должна быть на тарелке с головой каемочкой, он сказал. И все. И кончилась дружба. Кончилась полностью дружба с ним. И сказали: нет, мы не отдадим такой куш. Вот. И теперь мы пришли к главному. Оказалось, что система вот эта здравоохранения, что человек должен доказать, что он болел перед тем, как умер, она не работает больше. Была надежда на то, что врачи приедут и будут здесь врачевать, и медсестры с Европы. Европа их подготовит, вложит деньги в них, а они приедут и будут здесь всех лечить. Эта система не сработала. Почему она не сработала, я не знаю. Я знаю точно, что, допустим, литовцы, они целыми госпиталями и всякими амбулаториями переезжают, например, в Данию. И ты приезжаешь в Данию, и там вот госпиталь открыт, там все литовцы работают. Вот это я знаю точно. Причем они все в Литве продали и уехали в Данию. В Дании им хорошо. Им там платят, у них там дом, и они даже не собираются думать возвращаться. А в Британию они не захотели. Почему они не захотели в Британию, я не знаю. Но если честно говоря, вот система социального обеспечения здесь, вот это где там стариков и так далее, то в основном теперь туда набирают вот это вот с Азии. Ребята, девчат, с Азии привозят. Была надежда на вот этих вот, которые на лодках переправляются из Ливии. Ну, как говорится, у них своя специфика.
Значит, такая система. И надо вернуться, когда в 2010 году Борис Джонсон, и главное, Борис Джонсон так был так себе, но он был уже, так сказать, на коне, а был Дэвид Камерон. И Дэвид Камерон в открытую кричал в парламенте, я это сама смотрела, когда ему говорили, что система здравоохранения у нас куда-то не туда, он кричал: «Доктор, доктор, I am your doctor, я ваш доктор, я вас вылечу, я вас вылечу». И Борис Джонсон ему вторил, он говорил, что мы наладим все, мы выйдем из Евросоюза, мы тратим очень много денег на Евросоюз, мы выйдем из Евросоюза, и таким образом мы сэкономим деньги и пустим эти деньги на нашу собственную систему. И сегодня буквально вышла статья, вот это называется Health Watch. Health Watch, то есть наблюдатели за всеми вот этими здравоохранителями и так далее, как пациенты воспринимают. И они в открытую сказали, что система находится в разболтанном состоянии. Как ее вернуть назад, мы не знаем. Люди жалуются, что врачи не хотят один на один встречаться, а люди хотят, чтобы был один на один встреча с доктором, чтобы доктор за руку подержал и сказал: у тебя давление хорошее, иди домой, вот тебе парацетамол. Вот. А они все норовят наоборот, по телевизору с людьми разговаривать, вот там по зуму позвонил, и он тебе говорит: ну и хорошо, молодец, парацетамол я тебе выписал, иди в аптеку возьми. Все это в электронном виде, людям это не нравится. А как это вернуть назад, никто не знает, потому что врачи предпочитают работать 2 дня в неделю. Потому что когда они работают 2 дня в неделю, они получают 1000 фунтов в час. Вы же должны понимать, что они не хотят платить налоги больше, чем, как говорится, ну, им хватает вот это вот 2000 в неделю, 4000 в месяц. Из 4000 в месяц 1000 они отдают на налоги, значит, в кармане остается 3000. 3000 это нормально, это немного, но это нормально для Британии, сегодняшней Британии. Но это уже без учета, что газ подорожал.